Всем привет! С вами Фидос, Хроники Хаоса. Сегодня пятница, а значит, в хрониках новое событие. Специальное событие, которое позволит нам прокачаться, собрать какие-то вещи. И как же оно называется? Ба-ба-ба-бам! Называется оно «День Доминиона». Кратенько посмотрим, что нам надо делать. Заходить каждый день и получать за это энергию. Получить подарки за VIP. Это вот такие вот у нас праздничные сундуки. Содержат предметы. Сейчас мы посмотрим, что содержит вообще игра, стоит свечи или нет. Потратить энергию. Сейчас быстренько тоже что-нибудь натратим. Открыть сундуки в запределье. 3 сундука в день, если на бесплатно и без босса. 3 дня, то есть 9. 10. Ну, одного босса лупануть или за 90 купить. Так, получить камни душ любого героя. Сколько нам тут надо этих камней? 80. Это мы можем запросто насобирать с магазина и с халявного сундука. И должно нам хватить. Ну, а кто ленив, тот может просто открыть сундук. Так, сразиться на арене. У нас получается 10 боев в день. Можно за день. А, нет, 15. 15 за 2 дня все это сделать. Так, башня. 15 сундуков на 3 дня, 45. У нас 40. Тоже проблем не будет. И заводила. Куда кто кого заводила. Так, выполнить 38 попугаев квестов. Думаю, тоже должны справиться. Так, немножко сундучков у нас уже есть. Сейчас мы еще немножко быстренько копнем. Так. Решил я Таю покачать. Она нужна будет в Асгарде. То мне там катастрофически не хватает лекарев. Лекарей. Короче, айболитов. А вот, кстати, может, кто-нибудь из моих постоянных зрителей знает, почему Айболит лечил зверей, а его изображение во всех детских поликлиниках. Вот такая вот загадка природы. Так, ну и я все-таки хочу пройти последнего босса, поэтому качаю Галахарда. Так, сейчас уж побыстрее. Так. 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 Вы заодно Зенгуду потратили. Сейчас, так как у нас уже 130 уровень, мы быстренько пробежим башенку. Сегодня пятница, не забывайте, в группе должны дать 500 энергии. Тоже хорошее подспорье. Так. Вся ставка на правый сундук. Этаж. Уже бы могли какой-нибудь лифт придумать, конечно. Так, быстренько зайдем в запределье, заберем. Надо было нам еще на арене отбиться. Но я думаю, мы и так поймем, что нам будут, что нам будет с этих сундуков падать.
46. Так, добежали мы на последний этаж. Собрали черепа. Делаем бой на арене. Ну так, чисто, как говорится, по фану, не победы ради. Кому не интересно, промотайте. А может, кому-то интересно, так давайте посмотрим, кто на кого ставит. Я ставлю на себя. Ого, меня тут скинули. Что-то я забил на это время. Давайте подберемся туда поближе. Так, этих мы сожрем. Этих мы сожрем. Вот этим. А этих, этим. Но тут бои мы не будем смотреть, потому что тут долго. Мы победили. Еще тут быстренько что-нибудь. Вот вообще красава какой-то стоит, нас ждет. Сундуки. И быстренько еще один бой. Нет, не еще один бой. Быстренько в магазин за душами, за душными. Так. Сейчас вы посмотрите, что падает с этих сундуков. Может, скажете, да ну, надо мне это, ерунда. Может, и я так скажу. Ну, все для вас, все для вас. Так. Так, идем. Собирать трофеи. Стоп. Еще тут может нам сейчас как выпадет. Ага. Как выпало. Ну, за один поход в магазин закрыли квест. Сколько тут шумок? Все. Сколько у нас шкатулок этих? Не шкатулок, а чемоданов, сундуков. Праздничный сундук. 73 штуки. Я думаю, мы составим свое впечатление, что в них лежит. Погнали. Я не знаю, буду я успевать говорить, что там лежит или нет, но вы все увидите.
Можно замедлить. Монеты, зелье опыта, ключи. Короче, для прокачки все отлично. Учитывая, что особо напрягаться не надо, я считаю, это действительно праздник Доминьона. И администрация в этот раз молодцы, порадовали нас. Сейчас мы кого-нибудь как прокачаем. Вот и все. Вот такой вот у нас получился праздник Доминьона. Всем побед, всем удачи в игре. До новых встреч. Пока.